Сдает офис на длительный срок. Водилу 27. Здание прокуратуры Кировского района. 13 квадратных метров. 13,2. Непосредственная близость от общественного транспорта. 50-100 метров до остановок автобусов, трамваев. В офисе оборудованы 4 точки для подключения компьютеров. 4 рабочих мест. Есть коммуникационный шкаф, где производится коммутация всех точек. В офисе стулья 4 штуки, кресло и шкаф, значит, бухгалтерский шкаф для хранения документации и шкаф для документов, книг и так далее. Хорошо подходит для юридических компаний и так далее. Два окна, офис прямоугольный, с видом на остановку общественного транспорта. Через коридор находятся чистые туалеты, мужской и женский. Теплая холодная вода, все удобства. Сдается на длительный срок, от полугода и больше. Значит, круглосуточный доступ имеется.